Всех приветствую на канале Муравьи Ярославля. Сегодня я расскажу о виде муравьев Campanodes lacesilenii. Поехали! Ну а перед началом сразу скажу, что приобрести этот, а также многие другие виды муравьев вы можете у меня в группе ВКонтакте. А также там часто проходят различные конкурсы и аукционы. Ссылка на группу ВКонтакте в закрепленном комментарии. Ну а мы продолжаем. Campanodes lacesilenii обитают в Юго-Восточной Азии. Колонии моногинны, питаются сахарным сиропом и белком. В природе живут в дереве, а значит будут отлично себя чувствовать и красиво смотреться в деревянном формикарии. Этот вид очень мелкий для кампанодусов, даже чуть меньше, чем наши Campanodes spicyus. Рабочие около 3 мм, самка где-то 8-9 мм. Как и у всех кампов есть солдаты, хоть о их наличии почему-то редко говорят, размеры солдат я, к сожалению, не нашел. Солдаты и самка имеют интересную форму головы, похожую на колобопсисов. Окрас всего тела матовый и черный. Колонии достигают численности где-то 3-5 тысяч рабочих. Приехал этот вид ко мне примерно месяц назад в составе самки и небольшого пакета яиц. Совсем недавно у них появились 2 рабочих, и совсем скоро появится еще 2. Поведение у них, как и у большинства кампов, довольно спокойное, но при включении света или небольшой тряски делают более резкие движения и начинают немного нервничать. Охоты у них, как и у всех кампов, конечно же, нет. Этот вид можно назвать коллекционной мелочью, ведь по размерам они примерно как Crematogaster scutellaris. Этот вид, честно говоря, на любителя, но он довольно редко встречается в коллекциях киперов, так что коллекционерам подойдет. Как вы могли заметить, у них завелись клещи. Хоть муравьям они никак не мешают, я, конечно же, в скором времени переселю их в новую пробирку. Мне этот вид не очень нравится, поэтому оставлять себе я их не буду. Ну а на этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте, ссылка в закрепленном комментарии, на мой телеграм-канал и группа в телеграме, ссылка тоже в закрепленном комментарии. А также подписывайтесь на мой Бусти, там выходит видео раньше, чем на Ютубе, а также там есть контент, которого больше не будет нигде. Ссылка на Бусти также в закрепленном комментарии. Ну и на этом все, всем удачи, всем пока-пока!